Для меня 24 февраля было шоком. С Путиным можно будет договориться только тогда, когда он будет расстроен почти до смерти. А Шойгу он никогда не был упырем. Что стало с таким человеком, как Лавров? Он превратился в чмо. Вот это Абрамович, конечно, знал. Когда внешний враг, тогда и грабить вас удобнее. Место проклятое. Место президента проклятое. Весь мир говорит об угрозе применения ядерного оружия. Убить весь мир? Жестко. Михаил Борисович, добрый день. Спасибо добрый большое день. За то, что согласились дать это интервью. Но прежде чем его начать, я хочу вам кое-что показать. Я пока готовилась к нему, рылась в архивах и кое-что нашла. Покажу вам. Покажу вам. Да ладно. Да ладно. Расскажу вам историю одну. Это ирония судьбы. Вообще, мой первый протест, пикет одиночный в жизни, был, если не ошибаюсь, тогда это еще было здание Басманного суда. Вы как раз-таки находились в здании, дело было закрытым. Я стояла с плакатиком «Свободу узникам ЮКОСа» или «Свободу МБХ», я уже даже толком не помню. Это был жуткий стыд и позор. Это был момент такого первого, наверное, преодоления. Потому что было страшно выйти на улицу, стоять одной с плакатиком вот этим. Но преодолела, сделала. Это был мой первый пикет, первый протест. Если бы мне кто-то тогда рассказал о том, что спустя 18 лет я буду брать у вас интервью, я бы в жизни не поверила. А вот вы... Из точки, в которой находились тогда, 18 лет назад, это был 2004 год, вы тогда находились в СИЗО в Москве. Во что бы вы вообще никогда ни за что не поверили, смотря сейчас на то, что происходит в вашей жизни? Слушайте, если говорить про меня, то, конечно, я бы не поверил, что мне придется провести в тюрьме 10 лет. Я бы не поверил, что после этого я буду жить в Лондоне. Я бы много что не поверил. Но если бы мне кто-нибудь тогда сказал, что Россия будет воевать с Украиной, бомбить Харьков с Киевом, вот в это бы я не поверил бы вообще, вообще в страшном сне. Ну, раз вы уже заговорили о Украине, вам скоро 59 лет. Как вы думаете, вы успеете застать время, когда... Между Россией и Украиной будут нормальные отношения. Нормальные настолько, что, к примеру, российский президент сможет приехать с официальным визитом в Киев, и его там нормально встретят. Я не верю, что если в России останется пост президента, что у нас когда-нибудь будут нормальные отношения. Потому что российский президент — это всегда царь империи, император. И любому императору Украина нужна как одна из важнейших драгоценностей на его короне. Поэтому единственная ситуация, в которую я верю, что у России с Украиной при моей жизни будут нормальные отношения, это когда парламентская делегация, представляющая регионы России, приедет в Украину, и ей позволят поклониться тем украинским героям, которые сегодня дерутся за свободу Украины. И на самом деле так получается, что и за свободу России. Вы надеетесь, что доживете до этого момента? Или вы уверены, что вы доживете до этого момента? Будь я помоложе и повосторженнее, я бы сказал, что я уверен. Сейчас в моей жизни меня подталкивает к тому, чтобы сказать, что я надеюсь. Давайте немного перенесемся в такой более ранний этап вашей жизни. Вам было 40 лет, когда вас сбили в самом начале, наверное, это было не самое начало вашего пути, но это было начало вашего самого большого взлета. Вам было 40 лет, когда вас арестовали. Да. ЮКОС на тот момент была крупнейшей нефтедобывающей компанией России с огромными перспективами. Цены на нефть росли, были в самом начале сумасшедшего роста. Вы когда-нибудь задумывались о том, что бы было с вами, где бы вы были сейчас,
если бы того ареста не случилось, если бы 10 лет тюрьмы не было, если бы вообще не дело ЮКОСа было бы показательным таким воспитательным процессом для всего российского бизнеса? Ой, задумывался. И у меня были не только позитивные представления, но и крайне негативные. То есть вот позитивные представления заключались в том, что, может быть, бы удалось бы, это же была бы другая Россия, и вот, может быть, бы в этой другой России все было бы вообще по-другому. А негативные представления заключались в том, что если бы вот тогда бы не началось дело ЮКОСа, я бы остался бы во главе компании ЮКОС, и мне пришлось бы идти на целый ряд компромиссов, как руководителю любой крупной компании, для того, чтобы мои акционеры получали то, что они рассчитывали получить от этой компании. Так вот, сумел бы я вовремя остановиться и встать в жесткую оппозицию режиму, или сегодня я находился бы среди вот этих вот всех замечательных людей. Это как раз я хотела спросить, вы бы на встрече 24 февраля с президентом Путиным находились бы, если бы не случилось того ареста? Вот как вы думаете? Мне очень хочется верить, что я бы там бы не находился. Вот, но очень сложно ведь, знаете, очень сложно сказать за себя вот в таких вот условиях, что ты бы обязательно выстоял, ты бы обязательно оказался бы на высоте, на моральной высоте, и ты никогда про себя этого не знаешь. Ну, кстати, надо отметить, я вас благодарю за эту честность, потому что другой бы сказал, да, я обязательно выстоял бы, и начал читать лекции морали всем остальным, кто не выстоял. Вот сейчас, исходя из того, что вы не уверены, как бы вы поступили, и какой бы у вас был путь до 2022 года, 24 февраля, как вы смотрите на тех бизнесменов, которые сидели на встрече с Путиным 24 февраля? Я считаю, что 24 февраля – это был еще тот день, когда шок мог человеку не дать как следует подумать. Я думаю, что даже и 5 дней после. Вот для меня лично вот этот вот шок, он продолжался 5 дней. Через 5 дней я смог рассуждать здраво. Вот я думаю, что любой человек, который через 5 дней не начал действовать нормально, да, он заслуживает того, чтобы ему сказали, что, парень, ты выбрал сторону. Даже если ты не высказался, ты уже выбрал сторону. Ну, мы сейчас говорим не про обыкновенного человека. Да, именно. Мы говорим про тех бизнесменов, которые находились на встрече 24 февраля с Путиным. Мы сейчас говорим про крупных предпринимателей, у которых есть возможность выбора, есть возможность уехать, есть возможность вывести свою семью. Мы говорим про тех лидеров общественного мнения, у которых есть возможность высказываться или не высказываться. И тоже есть возможность уехать. Если они уж так боятся за свою жизнь и готовы противостоять лицом к лицу. Вот говоря про этих людей, они делают свой выбор. Другое дело, да, я как человек, который, в общем, чтет то, чему нас учит Библия, говорю, что любой человек имеет право на раскаяние. Но это уже раскаяние. То есть через 3 месяца, через 5 месяцев, через год войны человек может сесть, вот, взяться за голову и сказать, Господи, что я делаю, да, и раскаяться. Это возможно. Но до тех пор, пока это не произошло, вот люди из тех категорий, о которых мы говорили, они выбрали свою сторону. А вы же понимаете, вы как раз-таки понимаете лучше других их логику. Большинство из них ведь говорят, что мы ведь напрямую в этом не участвовали. Я просто делаю бизнес, я плачу налоги, рабочие места. У некоторых речь идет о сотнях тысяч рабочих мест, если речь идет о очень крупных предприятиях, бизнесах. У них ведь наверняка у каждого есть объяснение, почему. Ну, конечно. У них есть объяснение. И они, я могу на секундочку представить, могут сказать, легко сидеть Михаилу Борисовичу в Лондоне, уже потеряв все, пройдя через тюрьму, потеряв все, потому что в свое время он вот так вот высказался на одном из совещаний, и ему за это прилетело. Вот сейчас недавно Тиньков высказался, ему за это сразу же прилетело, был вынужден за копейки продать свой банк.
Они ведь могут легко сказать, что легко, сидя в Лондоне, говорить, а другое дело, когда ты пытаешься сохранить эти рабочие места. Что вы им на это скажете? Я прекрасно понимаю, что очень жалко терять заработанное. Ну вот, очень жалко. И мне было жалко. И мне сейчас бывает страшно, ну потому что я же нормальный человек, я понимаю, что многие мои высказывания Путину могут быть восприняты так, что надо прямо отдать команду, и, так сказать, здесь немало народу уже убили. Я думаю, там папка уже большая, да, таких высказываний. Значит, да, страшно, но сейчас идет война, и от вас многое зависит. Вы платите налоги, вы производите тот продукт, который используется этим режимом для убийства тысяч и тысяч людей. Меня не волнуют ваши боязни, меня не волнуют ваши резоны. Вы по ту сторону, до тех пор, пока вы по ту сторону, вы враги и мишень. Вы им предлагаете что, просто делать заявление, оставлять бизнес и уезжать из России? Каждый может выбрать тот вид борьбы, к которому он готов. Но да, самый такой щадящий – это вывести то, что можете вывести, и уехать. Вы помните, что заявил Михаил Фридман в недавнем интервью о том, что Запад наивно полагает, что кто-то из тех присутствующих на встрече 24 числа вообще может повлиять на Путина. Вы как думаете, кто-то из них может повлиять на Путина? Ну конечно, мы сейчас не... Слушайте, зачем говорить вот такие вот, ну, откровенно наивные вещи? Ну, конечно, никто не считает, во всяком случае, из серьезных людей, что на этапе диктатуры какие-то бизнесмены могут повлиять на путинское решение. Но если эти предприниматели, понимая, что происходит военное преступление, понимая, что происходит агрессивная война, не готовы это сказать прямо, то это значит, что они зависимы. Они зависимы. И что под этой зависимостью они будут делать? Никто не знает. Кто-то из них будет производить металл, кто-то из них будет производить боевые самолеты, кто-то из них будет платить Путину тем, что будет оказывать влияние на своих друзей в европейских правительствах, а кто-то из них будет завозить ту микроэлектронику, которой сейчас не хватает для того, чтобы производить умные бомбы и убивать все больше украинцев. Ну, ребята... Вот именно этого и не хочется, чтобы вы могли делать. А такого рода претензии надо предъявлять исключительно им, крупным бизнесменам, которые участвовали в той встрече с президентом Путиным 24 февраля, или же любому держателю небольшого бизнеса, будь то кафе где-нибудь в Москве, не знаю, маленький. То есть ли какие-то ограничения, кому мы предъявляем эти требования высказаться? На мой взгляд, здесь нету вот такой вот качественного разового перепада. Здесь есть некая дисперсия. Чем у тебя больше влияния, тем у тебя больше ответственность. Конечно, если ты владеешь какой-нибудь булочной где-нибудь в Иркутске, и у тебя там висит замечательная вот эта вот буква Z, ну, вряд ли ты хороший человек, и вряд ли ты должен ожидать, что когда-нибудь ты этим сможешь гордиться. Но, наверное, до тебя руки не дойдут, тобой заниматься, в общем, никто не будет. Но если у тебя металлургическое предприятие, которое производит сталь для танков, и если при этом ты еще и имеешь возможность влиять на своих западных контрагентов, на западных политиков и так далее, то будь готов к тому, что тебя этой возможности будут лишать. Сразу или постепенно, но будут лишать. И это справедливо. Последний вопрос на эту тему, просто возвращаясь к тому, что вы сказали. Тогда, в 2003 году, когда вас арестовывали, вы сами сказали в начале разговора, что еще даже в 2004 вы никогда бы не поверили, что просидите 10 лет в тюрьме. Соответственно, все, что с вами произошло, это был неосознанный шаг. Вас арестовали,
Кремль, Путин решил устроить показательную порку, чтобы весь российский бизнес приструнить и показать, кто в доме хозяин. Это было очевидно абсолютно для всех, кто наблюдал за процессом. Но сейчас речь идет об осознанном выборе всех этих бизнесменов. То есть осознанно пойти на то, что ты теряешь, то, что строил 30 лет, 40 лет и так далее. Вот не знаю, может быть, кто-то из них сейчас к вам прислушается. Как пойти на то, чтобы разрушить все, что ты строил? Слушайте, какая должна быть мотивация? Слушайте, я в 2003 году, в начале года, я своим коллегам объявил, что я говорю, ребят, я тогда еще был наивен, говорю, я думаю, что Юкос-то, естественно, никто не тронет, потому что ну, это все-таки национальное достояние, а вот нам с вами всерьез грозит тюрьма. И те, кто из вас не готов, должны просто уехать. Более того, тогда, когда я перед посадкой возвращался из-за границы в Россию, я уже знал, что меня, скорее всего, арестуют. Но я думал, что, и я коллегам говорил, это, в общем, многие помнят, что ну 2-4 года я просижу. То есть я не ждал 10 лет, но то, что я окажусь в тюрьме и просижу там несколько лет, я вполне себе ожидал. Так вот, сегодня, когда речь идет о том, что Россия бомбит мирные города, когда Россия занимается агрессией, когда умирают тысячи и десятки тысяч людей, ну, я не знаю, какие еще нужны аргументы для того, чтобы нормальный человек сказал, я в этом не хочу участвовать, и нет таких денег, потеря которых бы меня заставила в этом продолжать участвовать. А, кстати, с 24 февраля кто-то из них вышел на вас, позвонил, сказал, что он не хочет в этом участвовать и просто не знает, как поступить, и попросил у вас совета? Нет, 24-го этого не было. Там спустя несколько месяцев у меня было несколько выходов от разного рода людей через посредников. И я всем сказал одно и то же. У меня это, в общем, позиция. Ребят, если вы хотите тихонечко сказать, что вы здесь ни при чем, ну, тихонечко говорите спецслужбам. Они вот таких вот тихонечких ищут. Я человек публичный, все, что я могу сделать, это публично за вас вписаться. Я готов это сделать, потому что я верю, что человек должен иметь право на раскаяние, даже если он совершил очень плохие поступки. Но для этого вы должны раскаяться, для этого вы должны сказать, что мы не хотим больше к этому быть причастными. Мы считаем это преступлением, Путина преступником, и мы не хотим больше в этом участвовать. Вот после этого я готов за вас вписываться. Прежде чем переходить к разговору о том, как изменилась наша жизнь после 24 февраля, еще на секунду вернемся в ваше уже далекое прошлое. Конец 2013 года, декабрь, вы выходите на волю. Вы ведь прекрасно понимаете, что тогда ожидания от вашего выхода, они были совершенно, ну, их сложно даже описать. Многие сравнивали это с выходом Нельсона Манделы, только российского образца, на волю. Большинство на вас возлагали надежду о, наконец-то, попытке объединения российской оппозиции. Вы ведь прекрасно знаете о том, как российская оппозиция все время пытается объединиться и что-то ей мешает. Ожидания были очень большие, но вы как-то сразу же от себя отодвинули планы вхождения в политику. Вы спустя почти год заявили в Париже о том, что готовы, в принципе, бороться за президентский пост, но исключительно для того, чтобы провести в России реформу. Вы всегда высказывались за парламентскую республику. Но вот сейчас, оглядываясь назад и понимая, какой кредит доверия был по отношению к вам, какой у вас был абсолютно непререкаемый авторитет, как внутри России, среди, наверное, практически всей оппозиции, не только оппозиции, а думающей части России, и за пределами России. Вам не кажется, что вы тот момент могли бы использовать иначе и с большим эффектом, смотря из сегодняшней точки, когда Россия бомбит Украину? Наверное, я мог бы использовать это как-то иначе, но для этого я должен был бы быть политиком. Я все-таки не политик, я человек, который всю жизнь занимался бизнесом и значительную часть жизни занимается общественной деятельностью. Я в течение вот этих вот 10 лет тюрьмы имел достаточно время для того, чтобы подумать, а вот как бы я бы, если бы я вдруг оказался на месте Путина, что бы я мог сделать? И
У меня достаточный опыт. Я работал и в государственных органах власти, я и имею образование соответствующее, и руководил крупными коллективами. Так вот, я не нашел модели, при которой, встав на место Путина, я смог бы сделать страну демократической. Я пришел для себя к выводу, и, собственно говоря, с тех пор я этот вывод последовательно отстаиваю. Место проклятое. Место президента проклятое. Любая попытка возложить вот это вот бремя вхождения России в демократию на одного человека, ну или на группу там соратников какую-то узкую, приведет нас к большевизму, обратно к большевизму в той или иной форме. И до тех пор, пока люди не поймут, что за свободу надо бороться самим, каждому, до тех пор ничего не будет. Я, собственно говоря, к этому и призываю. То есть вы против вождизма в любой его форме? Абсолютно... Будь это президент, будь это царь, будь это генсек? Я абсолютно убежден, что нет модели, при которой в России добрый царь приводит страну к демократии. Я абсолютно убежден, после 24 числа особенно, что любой добрый царь в конечном итоге будет вынужден вот в нынешней ситуации быть реваншистом. Вы же прекрасно понимаете, чаще всего победивший дракон становится новым драконом. Совершенно точно. То есть он либо не побеждает, либо становится новым драконом. Поэтому просто это место должно быть ликвидировано. А в этом смысле, тогда перейдем к Украине чуть позже, раз мы уже начали об этом говорить. В этом смысле вы неоднократно уже в своих последних выступлениях говорили о том, что в России неминуема революция. То есть все, ситуация назрела. Каковы гарантии того, что революция, будь она сейчас, скоро, либо через годы, либо через десятилетия, мы не знаем. Мы не знаем. Она в любом случае неминуема, говорите вы. Каковы гарантии того, что эта революция не будет совершена группой помешанных сектантов, которые искренне верят в идею новой России, даже демократической России, но они будут настолько в этом запале, они будут настолько объединены этой сумасшедшей идеей, что они будут абсолютно всех, кто не думает, как они считать врагами, все, кто не с нами, все против нас. Такое же было уже в российской истории. Конечно. Так вы можете объяснить тогда, какие гарантии, что революция не приведет ровно к тому же самому, что случилось в 17 году с большевиками? Слушайте, конечно, гарантий никто никогда никаких не даст. Я говорю о том, что выход из нынешней ситуации... Вот из ситуации, когда все законы закрепили у власти этот режим навсегда, невозможен в рамках тех законов, которые они нарисовали. То есть надо разрушать. Если это невозможно в рамках тех законов, которые они нарисовали, значит, это придется делать с выходом за пределы этих законов. Это значит революция. Каким образом это должна революция происходить? Вот здесь у меня есть серьезное отличие моей позиции от позиции некоторых моих коллег. Я считаю, что это... Насильная или без насилия должна быть эта революция? Вот это как повезет. Революция в нашей стране это всегда, да и не только в нашей стране, это либо насилие, либо угроза применения насилия. Без противостояния, без силового противостояния революции не бывает. Так вот, базовый вопрос, а что мы хотим иметь в течение этой революции, методы какие? Если эти методы Путин против антипутина, ну или антипутин против Путина, тогда на выходе мы получаем того же самого Путина. Если это против Путина коалиция, коалиция независимых сил, каждая из которых является субъектом, политическим субъектом. Вот в этом случае у нас возможен позитивный результат. Какие политические субъекты есть в России? На самом деле их несколько. Главный из них это регионы. Я бы никогда не призывал к переучреждению России, если бы не 24 февраля. После 24 февраля я уверен, что любые общенациональные выборы приведут к победе популиста, который будет с неизбежностью реваншистом. Потому что после вот этой вот войны мы гарантированно получаем веймарский синдром. Если этот путь невозможен, значит, единственный путь, который возможен, это федерализация. Это региональные субъекты политики.
продолжим тогда право народов на самоопределение. Тогда после революции, к примеру, Татарстан будет иметь право на самоопределение? Стать независимым? Чечня? Еще раз. Де-факто происходит создание нового федерального центра, потому что этот федеральный центр 24 февраля себя полностью дискредитировал. Создание нового федерального центра может происходить только от политических субъектов. Кто в России политические субъекты? Это регионы или региональные образования. Ну, плюс несколько федеральных сил могут быть. Но вот если некоторые из них не согласятся... Не захотят. Отпустите? Что значит отпустить? Они просто не примут участие в этом. Они просто не примут в этом участие. И вы верите в то, что это может пройти бескровно? То есть вот этот распад России может пройти? Я не очень верю. Вот на самом деле очень многие люди пугают распадом России. Я на самом деле в это не очень верю, потому что, ну, есть, конечно, эмоциональные люди, которым бы очень хотелось бы попробовать себя независимыми, но обычно это люди не очень сведущие. Нормальные профессиональные люди всегда думают, ищут баланс своих желаний и реальных возможностей. В чем, собственно говоря, смысл существования такой страны, как Россия? Ну, изначально это был внешний враг. Но это смысл сверхцентрализации. Но сегодня Россия — это огромный, вот то, что называется хардленд. Это огромная территория, по которой транспортировка происходит сухопутным путем. Вот Китай пытается построить Великий Шелковый путь. Сколько времени? Гигантская страна Китай. Огромные проблемы. В России развал страны на куски приведет каждый кусок к огромным экономическим проблемам. Что люди дураки, что они этого не понимают? Да, конечно, они это понимают. Если люди не дураки и адекватные, нормальные люди, как думающие люди, как вы говорили. А если придут популисты? Если в этот момент у власти в этих регионах будут популисты? Ведь история часто их выводит. Слушайте, наверх. Америка, когда создавалась Америка, она начиналась с 13 штатов. Постепенно количество людей, которые понимали, что вот на этой территории надо жить вместе, вместе хотя бы не то, что вот как Россия сверхцентрализована, да, а просто договариваясь об общих правилах игры, имея некий федеральный центр, где представлены все регионы и где они имеют возможность договариваться о правилах игры. Так вот, количество таких людей, кто это понимает, оно постепенно увеличивалось, сейчас уже доросло до 50 штатов. Вы накануне записи этого интервью как раз-таки написали про то, что в России, России гарантирован веймарский синдром. Я бы здесь позволила себе немного с вами поспорить. Угу. Я убеждена в том, что то, что происходит сейчас в Украине, война в Украине, это уже и есть последствия веймарского синдрома, который возник в России после распада СССР, после проигрыша в холодной войне. Если сравнивать с Германией, то мы все помним, к чему привел тот синдром, реваншизм. Так у Гитлера и получилось. И только после того, как их в 1945 году им переломали хребет, уничтожив большую часть мужского населения, разбомбив города и так далее, они получили такой исторический опыт, ну, можно даже сказать, такую инъекцию историческую, которая впредь больше не позволяет им желать становиться великими, кроме как в экономическом плане. Вопрос, станет ли Украина для России вот этой инъекцией, или у нас, или в России в любом случае, как бы любой, там, свержение любого вождя будет приводить к порождению, появлению нового вождя? И да, и нет. Значит, будет ли Украина вот этим вот элементом, который сломает хребет российскому империалистическому мышлению, в той части, в которой оно еще существует в России? Нет. Потому что для этого нужно было бы, чтобы союзные войска, или украинские войска, или союзные войска вошли в Москву. Этого не будет. Если нет, то будет усиленный веймарский синдром. И единственный способ с этим веймарским синдромом разобраться, это убрать субъект этого синдрома. Субъект – это вот нынешний федеральный центр. Федеральный центр, который сохранил у себя в голове, в своих привычках бюрократических, в своих традициях, вот эту вот империалистическую сущность Советского Союза. Как это убрать? Я уже говорил, глубокая федерализация страны.
Ну, вообще это еще и называют великодержавным геном, который присущ русским, поэтому... Ну, слушай, вот... Я не хочу влезать в область генетики, это на самом деле может быть таким же популизмом, но все-таки вы вообще верите в то, что Россия может быть страной, которая перестанет хотеть что-то, ну, не знаю, там, откусывать у соседей, перестанет хотеть быть этой империей? Слушайте, как, ведь переболеть этим крайне тяжело после того, как ты сотни лет был империей. Слушайте, ну на самом деле вот этот вот глубоко имперский синдром, он в общем так-то по большому счету относится только к части элиты. А вот приди к людям, я не знаю, вот я сидел много в каких, так сказать, отдаленных регионах, а до этого работал много где в отдаленных регионах, да там люди... 90 с лишним процентов людей никогда не выезжали за пределы России, ну ладно, в тот момент за пределы России, Украины и Казахстана, да? Ну просто не выезжали. Нет у них вот этого, вот нет у них вот этой вот интенции захватывать чьи-то территории. Конечно, это то, что можно расчесать. Это можно расчесать. И фашистская элита, сегодняшняя вот путинская фашистская элита, она надрессировалась именно на расчесывании того, что на самом деле не так уж и чешется. А если и когда мы реучредим федеральный центр от имени регионов, то вот эта интенция, она пропадет по простой причине. Она зачем вообще нужна? Царю... для того, чтобы держать вот эту вот сверхцентрализацию, для того, чтобы собирать эти 60% налогов, которые он собирает со всех регионов. Ему надо сказать, а зачем я вам нужен? Я вам нужен, потому что я вам защищаю, там кругом враги. У регионов нет никаких амбиций по отношению к соседям, находящимся за пределами государственных границ. У него есть какие-то споры с соседними регионами, но внутри России. У них совершенно другой источник легитимности, чем вот у этого царя. И поэтому им эта война просто не нужна. Не могу вас не спросить об Алексее Навальном. Понятно, он сейчас сидит. Безусловно, говорить о человеке, сидящем, всегда сложнее, чем о человеке, который находится на свободе. Но сегодня мы с вами очень много говорили о вождизме и о том, что любой победивший дракона рискует сам стать драконом. Алексей Навальный. Имеет этот ген вождизма? Любой политик, конечно, имеет совершенно немеренные амбиции, и это нормально. Другое дело, что механизм политической жизни должен ставить вот эти вот амбиции под контроль общества. Сейчас для меня Алексей Навальный — это, во-первых, и на 100% политический заключенный. Он должен быть освобожден, он должен иметь возможность принимать участие в российской общественной жизни. Он имеет все шансы занять в этой российской общественной жизни очень существенную позицию. Ну а тогда, когда он это будет иметь возможность сделать, наша общая задача будет сделать так, чтобы это его желание было сбалансировано желаниями разных других людей. Ну, а если бы он сейчас находился на свободе, а вдруг? Как вы думаете, вы могли бы сейчас, после 24 февраля, объединить свои усилия? Ну, а я не вижу в этом, я в этом вообще не вижу никаких проблем. Мы постоянно по тем или иным вопросам взаимодействуем с командой Алексея Навального. В некоторых случаях, ну, некоторые люди из этой команды с нами взаимодействуют с большим удовольствием, другие с меньшим. Но сказать так, что мы что-то не можем делать вместе, или вот у нас есть какие-то непреодолимые противоречия, да ну нет, конечно. А откуда вообще эта вечная проблема объединения российской оппозиции? Она очень правильная на самом деле проблема, потому что вот это вот представление о том, что оппозиция должна быть вообще единой, это вот она оттуда же, из тоталитарного восприятия общества. Не существует одной правильной оппозиционной точки зрения. Существует целый спектр людей, которые хотят отстаивать интересы тех людей, которых они представляют, а не служить вот этому вот самому диктатору и его, так сказать, безумным планам. Но это разные люди, это разные группы интересов, и они могут объединиться для того, чтобы, например, добиться
честных выборов. Но выйти на выборы как единая группа с едиными абсолютно планами, это значит, ну, кто-то из их избирателей окажется ущемленным. Это неправильно. Возвращаясь к тому, что вы сказали, вы искренне верите в то, что вариант, при котором будет противостояние одного недовождя старому, нового вождя старому вождю, это совершенно не вариант. Я правильно понимаю, что, переводя на современный русский язык, сценарий, при котором будет Ходорковский против Путина или Навальный против Путина, это совершенно не сценарий для будущей новой России. Сценарий — это некая коалиция, которая будет включать и Ходорковского, и Навального, и еще многих-многих других. И главное, представители регионов. Вот это да. Вот людей, которые представляют регионы, которые показывают эту субъектность. У нас какие субъектные силы на самом деле есть, кроме регионов? Есть коммунисты, есть либералы. И есть те, которых называют патриоты, но на самом деле это националисты. Вот три силы реально говорят. Единая Россия должна будет иметь представительство? Ну, Единая Россия — это не партия, это не идеологическая партия, это партия бюрократии, то есть это партия, где присягают вождю. В условиях, когда мы саму позицию этого вождя должны ликвидировать во имя безопасности всего человечества, Единая Россия просто не может существовать. А если мы говорим про нынешнюю Единую Россию, не абстрактную партию власти, а нынешнюю Единую Россию, я абсолютно убежден, это партия, которая, как в свое время нацистская партия Германии, должна быть не просто ликвидирована, а ее члены должны быть, в общем, серьезным образом подвергнуты преследованию. Уголовному преследованию? Если люди сейчас не выходят из этой партии, ну, во всяком случае, серьезному люстрационному преследованию. А уж уголовному это будет зависеть от того, насколько эта партия себя вот сейчас проявит в этой войне. Я не удивлюсь, что если эта война пойдет с большим ожесточением, то члены Единой России, их на самом деле не так много, мы здесь, так сказать, как-то подбирали список, на самом деле никаких там двух миллионов нету, там на самом деле где-то 154 тысячи реальных членов этой партии, ну, которые хоть как-то где-то принимают участие. Там, то, что там кто-то записал все свое предприятие в Единую Россию, ну, это же ничего не значит. А вот реально принимавших участие в деятельности партии где-то в районе 154 тысяч. Возможно, что они все будут признаны уголовными преступниками. Во всяком случае, те из них, кто не выйдет из этой партии. В декабре 2020 года в интервью Дмитрию Гордону вы говорили: «Путин не отморозок, он не монстр. Он, конечно, бандит, у которого есть и светлые стороны». Ваше мнение о Путине сейчас? Ну, я вот еще раз хочу сказать, что для меня 24 февраля было шоком. То есть я не хочу здесь сказать про себя, как про человека, который вот тогда видел все так, как он видит сейчас. Нет. 24 числа для меня произошло то, что я не мог себе представить, что это может произойти. Я говорил об этом, что самое интересное, это вот для меня самого этот вот психологический аспект. На уровне логики я говорил, что вот после предъявления ультиматума Путин обязательно будет воевать. Но я в это абсолютно не верил. Я в это не верил. Я не мог. Мне это, вот я это себе представить не мог. И, конечно, сегодня, говоря о Путине, я говорю о нем как о диктаторе, как о человеке, который без всякого сомнения военный преступник. И, в общем, дальше о чем здесь говорить? Вы, кстати, хотели бы быть обвинителем в процессе над Путиным? Нет. Если бы была такая возможность? Нет, потому что тот ущерб, который Путин нанес мне, который он нанес моей семье, он по сравнению с тем ущербом, который он нанес Украине и украинцам на сегодняшний день, он, конечно, нивелирован. И я, конечно, считаю, что именно Украине будет принадлежать право обвинения на этом процессе. Вы вообще для себя понимаете, зачем Путину нужна была эта война? Вот вы как человек, который не верил, логикой понимал, но не верил, что такое возможно. В чем мета-цель для него? Я думаю, что целей у него, конечно, много, гораздо больше, чем одна. Но главное? Главная цель, вот если мы будем говорить цель, то это, конечно, сохранение власти.
Вторичная цель, но тоже важная, хотя он ее, может быть, даже считает первичной, это войти в учебники истории. А на самом деле во многом, и все знающие Путина люди об этом говорят, это эмоции. Вот он просто тупо ненавидит нынешнюю Украину. Потому что нынешняя Украина, и Украина после Януковича, является Украиной, которая вот просто во всем противоречит вот этому вот эмоциональным путинским предпочтениям. Вы действительно верите в то, что он ожидал, что русские танки будут встречать цветами? Я убежден, что он верил, что во всяком случае в русскоязычной части Украины их будут встречать цветами, а во всей остальной части Украины не будет никакого организованного сопротивления. И если мы с вами вспомним первые разгромленные колонны, российские колонны, которые заходили в Украину, то мы увидим, что там кроме автоматического оружия были еще и щиты и дубинки. То есть они всерьез полагали, что им не придется столкнуться с организованным сопротивлением. И я думаю, что это было в значительной степени тем, что подтолкнуло Путина к войне. А это то, за что господин Медведчук, на мой взгляд, должен нести во всяком случае глубочайшую моральную ответственность. Он помог убедить Путина в том, что Украина не встретит Путина организованным сопротивлением. Путин, понимая его вину, поэтому не хочет участвовать в обмене Медведчука? Ну, это мне сложно сказать, но я думаю, что Путин ему сейчас очень неблагодарен. Возвращаясь, кстати, в 2014 год, можно вспомнить, как вы ответили тогда на прямой вопрос о Крыме. Вас когда спросили, отдадите ли вы Крым в случае, если гипотетически будете президентом, вы тогда сказали прямо: я не отдам. У вас сегодня позиция по Крыму изменилась? Давайте вспомним контекст разговора. Мы говорили тогда о правительстве переходного периода, у которого была бы весьма ограниченная легитимность. И тогда я полагал, что вот это правительство переходного периода, тогда же не было всего этого сумасшествия, она сможет провести страну мимо вот этих вот всех камней к честным и независимым выборам, после которых придет правительство уже с надлежащей легитимностью, и, собственно, ему предстоит решать вопрос о Крыме, а я предполагал на тот момент, что вопрос о Крыме, он на десятилетие, ну, потому что там много проблем, связанных с его передачей в одну или в другую сторону. А Путин, начав эту войну, вопрос о Крыме поднял на немедленную повестку дня. И совершенно очевидно, что любое правительство, любая федеральная власть, которая придет после Путина, имеется в виду после Путина и путинского режима, для любой федеральной власти вопрос о Крыме, вопрос о восстановлении территориальной целостности Украины встанет немедленно. То есть надо возвращать. И этот вопрос придется решать немедленно. При всем при том, что могут быть проблемы, вы на секунду можете себе представить, каким образом будет происходить разврат Крыма, к примеру, в состав Украины? Я лишь на секунду, ни в коем случае не хочу сейчас вдаваться вот в этот любимый российскими пропагандистами вой о том, что, боже мой, что там будет с русскоязычным населением, но факт есть факт. Люди на протяжении 8 лет были частью Российской Федерации. Их легко примут обратно? То есть в будущая власть новой России должна будет об этом думать, каким образом осуществлять эту передачу? Будет огромная проблема, и если все пойдет так, как я предполагаю, то есть, когда новая федеральная власть будет учреждена регионами, то, конечно, такие регионы, как, например, Краснодарский край, Ростовская область, они этот вопрос должны будут очень остро поставить на вот этом, ну, назовем это, госсовете или парламенте Новой России. Потому что они прекрасно понимают, что если при передаче Крыма возникнут потоки беженцев, то им, именно им, придется с этими потоками столкнуться. Я думаю, что при решении этого вопроса существенную роль
предстоит сыграть Западу, Западной коалиции. И вообще Западная коалиция, я считаю, что могла бы думать уже сегодня о том, что она сможет сыграть огромную, очень позитивную роль в становлении вот этой вот новой России после Путина. Конечно, если они в своей замечательной традиции не скажут, ну отлично, так сказать, вместо Путина теперь какой-нибудь там, я не знаю, Мишустин, вот он не КГБшник, и мы с ним все отлично договоримся, и можно начинать бизнес as usual. Вот в этом случае они с огромным удивлением через пару-тройку лет получат опять реваншистскую Россию. А на ваш взгляд, сегодняшнему Западу выгодно просто Россия без Путина, с кем угодно во главе? Главное, чтобы это был не Путин и не человек из его ближайшего такого клана, Патрушев, Сечин и тому подобное. Или им выгодна Россия развитая, свободная, демократическая? Насколько для них важно, чтобы Россия продвинулась дальше по этому пути? Или просто избавление от Путина и все? Слушайте, на Западе есть разные люди. Запад чем хорош, что здесь разные течения мысли, разные люди с разными точками зрения. Есть и такие, есть и такие. Я очень хочу надеяться, что мне удастся убедить людей в том, что если они хотят наконец покончить вот эту вот ситуацию с постоянно возникающей угрозой Европы, с угрозой европейскому миру со стороны России, то им надо задуматься не просто о том, чтобы заменить Путина, заменить его ближайшее окружение, а о том, чтобы помочь России перестроить себя. Я просто помню, что рассказывал историк Николай Сванидзе. Он как раз-таки частично говорит и об ответственности Запада за то, что произошло в нынешней России, к тому, как Путин не просто пришел к власти, а кем он стал, будучи уже президентом Российской Федерации, говоря о том, что в принципе Россия в 90-е годы была максимально открыта к тому, что мы называем западными ценностями, и вообще была открыта к тому, чтобы стать частью западного мира. Ну, не весь Запад, конечно, но часть Запада не очень этого захотела. Либо захотела, чтобы Россия стояла в обычной очереди. Вы как относитесь к этому? То есть будет ли нести ответственность Запад за то, каким образом Россия будет трансформироваться после того, как начнется этот так называемый новый мир? Или это целиком и полностью ответственность исключительно будущей власти? Слушайте, ну, давайте все-таки немножко в других терминах попробуем. Без всякого сомнения, ответственность за будущее своей страны несет тот народ, который в этой стране живет. Все остальные могут помочь, спасибо им большое, или могут помешать, ну, извините, всяко бывает. Ну, я про то, чтобы помешать, либо не помочь, когда будет желание. Либо не помочь, да. Ну, всяко бывает. То есть Запад должен для себя решить, для него это важно или не важно. Если важно, а мне кажется, что важно, то тогда есть смысл инвестировать свое время, свои деньги, людей в то, чтобы помочь России стать вот этой вот новой, нормальной Россией, в которой амбиция – это жить лучше, а не амбиция зачем-то захватить чужие земли. Может ли Запад, как всегда, сказать, о, мел одну проблему решили, теперь временно будем, так сказать, забудем про это, а вспомним тогда, когда опять, так сказать, танки начнут ездить по полям и стрелять. Ну, да, люди. Потому что, опять же, веймерский синдром может привести к тому, что пожелают совершенно потом откусить другой кусок. Совершенно себе точно, и это обязательно будет. Ну, слушайте, не все люди, к сожалению, далеко думающие, не все люди готовы мыслить стратегически. Да, бывает такое, да, так сказать, можно ли сказать, что это их ответственность? Ну, нет, ответственность за Россию, она лежит на нас, на тех, кто в России, для кого Россия родина. А все остальные могут нам помочь, тогда спасибо большое. Хочется немного поговорить о ближайшем окружении Путина. На ваш взгляд, это его решение начать войну с Украиной было сформировано целиком и полностью только им и только им. Ну, вспомним заседание Совета Безопасности, как все, как школьники, боялись, тряслись и вообще не понимали, что от них хочет вождь. Или все-таки было ближайшее окружение, которое сформировало эту его концепцию, философию?
У меня нет надежного инсайда, но я считаю, что окружение сыграло существенную роль. Я считаю, что... Окружение — это кто? Я в данном случае считаю, что существенную роль сыграл Юрий Ковальчук, потому что во время вот этого вот ковидного локдауна он существенную часть времени проводил рядом с Владимиром Путиным, и мы знаем, что вот эти вот все Дугины, так сказать, это вот оттуда произросли. Конечно, определенную роль сыграл господин Патрушев, но все остальные были вынуждены, на мой взгляд, построиться, потому что, но если не построился, тогда просто предатель. Вы Шойгу лично знаете? Он просто политик из 90-х. Ну да, конечно, я его много лет знаю. Тогда вопрос по Шойгу. Многие сейчас ведь говорят, весь мир говорит об угрозе применения ядерного оружия. Допустим, на секунду, не дай бог, но допустим, что Путин сходит с ума и принимает это решение. По закону Российской Федерации, для того, чтобы активировать ядерный чемоданчик, нужно, чтобы 3 человека нажали на эту пресловутую кнопку. Глава Генштаба, президент России и министр обороны. Я не спрашиваю вас про главу Генштаба, потому что, мне кажется, он как-то позже появился в политической элите, вряд ли вы успели с ним пересечься. Но Шойгу вы знаете. На ваш взгляд, Шойгу, прекрасно понимая, что это такое, будет способен сказать Путину «нет» и не нажать на эту кнопку? Хороший вопрос. Ну, во-первых, я не готов на сегодняшний день подтвердить, что линия принятия решений по запуску стратегических ядерных ракет, она именно такая, как вы сказали. Я могу ошибаться, но это то, что я прочитала в Википедии, прошу прощения, если да, по-моему, это не она точно. Немножко другая и несколько длиннее. Вот, но если, вот, допустим, вот такая модель, что сделает Шойгу? Я думаю, что Шойгу в этой ситуации, ему не хватит решимости впрямую противостоять Путину, но ему хватит решимости просто умереть на месте от разрыва сердца. Или попытка самоубийства, или просто не выдержит человек? Просто не выдержит человек. Он все-таки, Шойгу, понятно, что сейчас о нем трудно говорить в каких-то, ну, разумных терминах, но, конечно, он никогда не был упырем. А все-таки убить весь мир – это упыриная позиция. К слову, Герасимов, которого я, на удивление, все-таки тоже знаю, да, он тоже не упырь. Он, конечно, такой этот парадный генерал в значительной степени, но не столько парадный, сколько, знаете, генерал этих учений. Вот, но он тоже не упырь. Поэтому мне кажется, что история с нажатием кнопки для Путина, она многократно рискованная. Потому что на самом деле нажатие кнопки — это все равно референдум генералов, ну или обращенный генералам, по доверию верховному главнокомандующему. И вы считаете, что он рискует этот референдум проиграть? Он рискует его проиграть. И он это понимает. Возвращаясь к его окружению, таким людям, как Ковальчук, Ротенберги и так далее. Для этих людей, для которых деньги имеют крайне немалое значение, скажем так, для них все, что стало происходить в связи с санкциями после 24 февраля, это личная катастрофа или не сумеют перестроиться на новый лад и, как бы, в принципе, ну, поменяют западные курорты на какие-нибудь дубайские? И так далее. То есть для них это личная катастрофа или нет? Ну, для них, конечно, это не безразличная ситуация. То есть это для них огромная проблема. Но кто из них фанатик? Вот я лично считаю, что ближе всего к этому понятию господин Ковальчук. Но это мое личное мнение, может быть, я ошибаюсь. А там какой-нибудь Ротенберг или тем более Тимченко — это ребята про деньги. И, конечно, для них вот эта вот ситуация, она кошмарная. Но рассчитывать на то, что они там в темном углу возьмут табакерку для, так сказать, приведения ситуации к более нормальной,
не приходится, потому что, конечно, они столько уже наворопятили, что остаться без Путина они боятся больше, чем быть с Путиным. А вам кажется, вообще физически у них была бы такая возможность? Вы посмотрите на эти столы, на эти 50-метровые дистанции. Даже при желании вопрос, возможно ли это? Ну, слушайте, я не настолько большой специалист в вопросах личной охраны Владимира Путина, но мы же с вами договорились, что мы говорим в предположительных критериях. Да, безусловно. Так вот, если бы у них была такая возможность, то я полагаю, что они не решились бы просто потому, что для них остаться без Путина более опасно, чем дойти с ним до финала. Для вас понятно, что стало с таким человеком, как Лавров? Все-таки он был дипломатом с большой буквы, да. Когда-то. Ну да, но это вот то, что у нас такая поговорка есть, что коготок увяз, все птички пропасть. Вот постепенно из более-менее вменяемого нормального человека, к которому люди во всем мире испытывали уважение, он превратился в чмо. Вот мы имеем дело вот с этим чмом настоящим, уголовным. Чубайс, уехавший тихо из России, кто? Для меня это на сегодняшний день попытка проскочить между струйками человека, который верой и правдой служил этому режиму. Это неприемлемо. Я не могу сказать, является он агентом Путина или не является, но человек, который столько лет служил режиму, обязан заявить свою публичную позицию, либо мы имеем полное право предполагать, что он остается агентом Путина, вот таким вот резервным вариантом, знаете, кротовой норой, которую любой КГБшник пытается для себя сделать и оставить. У нас есть Абрамович, не заявивший ничего, но при этом играющий совершенно какую-то специальную роль. Мы видим, что США не ввели против него санкции. Ну, Великобритания ввела. Да, Зеленский за него заступился, просит снять с него санкции и так далее. Он участвует в переговорах, пока они проводились. Вы вообще понимаете, почему у Абрамовича такая особенная роль? Да, я, конечно, это понимаю. Я знаю, что Абрамович достаточно близкий к Путину человек. То есть это такая очень доверенная прислуга, которая уже почти друг. Не друг, конечно, но почти. Вот этот человек вполне себе имел возможность подойти к Путину и попросить его дать ему возможность выскользнуть из-под санкций. И, конечно, Путин вполне себе готов был сказать ему, что если тебе это поможет, ну делай. А почему? Потому что он может быть держателем денег Путина, просто номиналом, или это друг, который всегда поможет? Это друг, который всегда поможет. Ну, на самом деле, не всегда, до тех пор, пока Путин будет у власти. Но да, это друг, который готов будет на многое для того, чтобы помочь. И то, что он делает сегодня, подталкивая украинцев к вот этим вот переговорам, это, конечно, очень серьезная помощь, потому что этим самым он разрушает боевой дух, на самом деле, украинцев, в украинского руководства, внушая им ложные надежды. Вот он внушает, что вы только не расстраивайте Путина, и с ним можно будет договориться. А на самом деле это не так. С Путиным можно будет договориться только тогда, когда он будет расстроен почти до смерти. Вот в этот момент с ним можно будет договариваться. А вы понимаете отношение Зеленского к Абрамовичу? Да. Мне кажется, что Зеленскому кажется, что Абрамович тот человек, который дает ему вот этот вот канал общения с Путиным. Я это себе предполагаю, у меня, естественно, нет никакой инсайдерской информации, но я себе это предполагаю, потому что я в свое время, в 2003 году, совершил похожую ошибку. Кстати, про 2003 год и ту ошибку, которую вы совершили. Сделка по Сибнефти, я не могу вас не спросить. Абрамович мог не знать о том, что готовится захват ЮКОСа? Потому что незадолго до этого
Вы даже успели предоплату в 3 миллиарда, если не ошибаюсь, так писал Коммерсант, сделать. Он вообще мог осуществить эту сделку без того, чтобы не получить разрешение Путина предварительно, а, и б, не зная от Путина, что готовится в отношении ЮКОС? Совершить сделку, не получив согласия от Путина, ни он, ни я не могли. Мы это разрешение получали. А вот мог ли он не знать о том, что готовится вот такая вот ситуация? Да, я думаю, мог не знать, потому что Волошин, который в тот момент был к Путину, наверное, ближе все-таки, чем Абрамович, он точно что не думал, что дело обстоит вот именно таким образом. Он думал, что все-таки ситуация не будет развиваться по самому критическому сценарию. А вот мог ли Абрамович понимать дальше, что с Путиным надо вести себя иначе, что Путин тот человек, и его окружение такие люди, которые до тех пор, пока они не почувствуют жесткое противостояние, они будут давить? Вот это Абрамович, конечно, знал. И вот это, конечно, я не до конца понимал, и моя команда тоже в момент первого процесса, я думаю, что не до конца понимала. И я думаю, что очень важно, чтобы это понимал Зеленский и окружение Зеленского. Что вот никаких вот этих вот шепотков не будет. Будет жесткое лобовое противостояние, и только тогда, когда Путин сотрет свои зубы в пыль, вот в этот момент будет возможна договоренность. Жестко. И чтобы завершить историю с олигархами и с их позицией по отношению к войне, есть позиция Фридмана и Авина, которые, я уже не помню, в первые же дни, либо в первые недели опубликовали письма здесь, в британской прессе, кстати, потому что они оба живут тут. Они осудили войну, но не назвали вещи своими именами. Такая позиция? Неприемлема. Я считаю, что вот эта попытка проскочить между струйками, она показывает, что это люди, зависимые от Путина и от Кремля. Это значит, что они в любой момент могут исполнить его поручение. Это мое глубокое внутреннее убеждение. Я считаю, что в условиях военного противостояния такая потенция послужить инструментом Путина неприемлемо. Поэтому люди должны сделать выбор. Они этот выбор сделали. Ну а Запад сделал выбор, как защититься от вот этой вот потенциальной угрозы. Возвращаясь к Абрамовичу, после всего того, что между вами было, после выхода на волю, он хоть раз звонил вам? Нет. Ну, я скажу честно, никто из российских крупных предпринимателей напрямую мне не звонил, потому что все, естественно, боятся ФСБ, все боятся того, что может за этим воспоследовать. Вот, но в этом, собственно говоря, и нет необходимости. Что нам говорить? Мы никогда не были друзьями. Мы, на мой взгляд, ничем друг другу не обязаны. Вот. Поэтому мы имеем возможность выстраивать свою жизнь вне зависимости. Вы долгое время жили в одном городе. Да, вне зависимости друг от друга. Ну что ж, мы и до этого жили в одном городе. И потом, во время всех этих моих 10 лет, мы долгое время жили в одном городе. Ну, он просто жил у себя дома, а я жил в Матросской тишине. Но в одном городе же. Я не могу вас не спросить про тех людей, которые остались рядом с вами после того, как вас посадили. Я возвращаюсь к тому, что я вам говорила в самом начале. Мое первое официальное место работы был фонд «Открытая Россия», неофициальное, уборщицей подрабатывала вообще рядом с общагой МГУ. И я помню первый день работы. У нас были обыски ОМОНа, мы пришли. Это замок в Котельническом переулке, да? Нет, не Котельническом, я уже не помню название. Колпачный переулок. В том замке мы сидели, мы пришли на работу, обыски ОМОНа. Это был мой первый официальный день работы. Шикарно. И я помню, что времена были сложные, но очень многие остались, несмотря на то, что зарплаты перестали выплачиваться. Я тогда была удивлена тем, какой костяк команды вы смогли сохранить. Наверняка ведь многие ушли. Вот за 10 лет сколько вы сидели?
Сколько из тех, кто был с вами, вы считали их своими? Сколько остались, а сколько ушли бесследно? Вообще, в ЮКСе, на удивление, оказалось мало предателей. Буквально вот до пальцев на одной руке хватит, чтобы их посчитать. При том, что 3000 человек прошло через допросы, через разного рода запугивание и принуждение, это, конечно, показывает о том, что все-таки в душе у людей вот эта вот гордость, вот эта вот человечность, она, в общем, играет очень важную роль. Ну, что бы им казалось сказать? Ну, вот что хотите, то и напишу. И вот никто, за исключением, я еще раз говорю, там людей меньше пальцев на одной руке, вот этого не сделал. Это, конечно, для меня мою веру в людей укрепило, я думаю, на всю жизнь. А у Путина, когда он будет арестован и будет вызывать людей на допросы? А вот это мы увидим. Вот это мы увидим. Сколько из них? Вот это мы увидим. Я думаю, что в банде таких людей окажется намного меньше, тех, которые готовы неправедное дело отстаивать до конца. А, кстати, если сравнивать с тем, как Италия боролась с итальянской мафией, они членам мафии, которые сдавали своих боссов, им так или иначе давали определенную индульгенцию, ну, либо как-то поменьше срок. Членов банды Путина надо будет индульгировать в случае, если они будут идти на сотрудничество? Все-таки это дело правоохранительных органов. Но это вы бы что это дело. Ну, я не специалист в этой ситуации. Для меня вот те люди, которые на сегодняшний день замешаны в военных преступлениях, здесь, в общем, и доказывать особо ничего не надо. Они просто должны все сесть на скамью подсудимых, и мне от них вообще ничего не надо. Хотите раскаяться? Раскаетесь. Это, конечно, будет учтено и зачтено, но договариваться с вами не о чем. Кроме Украины, вы в последнее время очень много говорите о новой России, которую предстоит строить после того, как режим падет, в любом случае падет. Здесь есть несколько вопросов важных, о которых, наверное, правильно думать сейчас, потому что, как правило, в этом, знаете, революционном угаре нет времени думать, а потом, когда к власти люди приходят, оказывается, что хотели как лучше, а получилось как всегда. Есть, бытует такое мнение, что самое главное, вот, причем это касается не только России, а в том числе таких стран, как Молдова, которые проходили через сложные истории от захваченного государства к состоянию освобожденности. Это вообще мировой опыт показывает, что есть такое мнение, что самое главное провести страну по пути демократизации, это вот самое главное. И второе, это побороть коррупцию. Вот две главные, ну, темы, на которых на самом деле, если мы посмотрим, очень многие оппозиционные силы в мире приходят, сменяют режимы. Не во всех странах потом случается хороший опыт, потому что оказывается, что иногда бывшие коррупционеры опытнее в госуправлении, чем новые, некоррумпированные представители новой власти. Знаете, как вопрос к тому, что, что хуже, для, кто представляет собой больший риск для госуправления? Умный коррупционер или глупый, совершенно безопытный управленец? Вы, как человек, который, возможно, будет участвовать в том, как строить новую Россию, как будете решать эту проблему? Ну, давайте все-таки отделим в этом смысле Россию от многих других стран, особенно после 24 февраля. Главными задачами, которые будут стоять перед реально новой властью, это построить систему сдержек и противовесов, которые не позволят вернуться назад к агрессивной империалистической политике нынешнего российского руководства. Эта система будет включать иллюстрацию? Во-первых, это вопрос системы сдержек и противовесов. И здесь не удастся обойтись традиционной моделью, когда там судебная, так сказать, исполнительная, законодательная. Не удастся. Здесь придется, как я уже говорил, включить существенный аспект реальной федерации, когда федеральный центр учреждается регионами страны. То есть тогда, когда на самом деле федеральный центр подотчетен регионам. Вот это принципиальная
принципиальная задача, которая будет стоять перед новой властью. То, что создание вот этой вот системы сдержек и противовесов. Теперь, когда мы говорим о непосредственно государственной службе, то, конечно, попытка поменять всю бюрократию – это попытка, обреченная на неуспех. То есть, если такая попытка будет предпринята, то в результате мы, в общем, разрушим экономику страны, как это было в начале 20 века. Что делать? Просто потому, что их не на кого будет заменить? Ну, просто потому, что процесс замены и выстраивания новой системы займет несколько лет, в течение которых страна провалится. А в этом и смысл любой хорошо построенной управленческой модели, что она не основывается на высоких моральных качествах людей, ее составляющих. Вот если вы рассчитываете, что на вас будут работать честные и непорочные люди, вот если ваша модель построена на этом признаке, то это значит, что вы плохой управленец. Модель хорошего управленца должна быть построена на том, что даже если в вашей системе работают одни сплошные сволочи, а механизм должен работать эффективно. Потому что любая сволочь... То есть матрица должна работать таким образом, чтобы не позволять им использовать там свои коррупционные связи. Совершенно верно. То есть любая сволочь должна немедленно получать по рукам и не иметь возможности ничего сделать, несмотря на все свое желание положить бабки в карман. И вот тогда это хорошая управленческая модель. И, в общем, я, когда отстраивал модель управления крупными компаниями, я же не менял всех людей. Ну, просто откуда их всех наберешь-то новых? Я просто как вы решали эту проблему? Я представляю, вы приходите в большую компанию, где воровали на всех уровнях, на всех абсолютно уровнях. Как вы добивались того, чтобы переставали воровать? Ну, во-первых, я говорил людям вот это вот просто. Ребят, вот с сегодняшнего дня, так сказать, у меня терпимость к коррупции ноль. Да? Вот вы просто должны понимать. С сегодняшнего дня терпимость к коррупции ноль. Да? Теперь... Я понимаю, что у вас есть куча связей, которые, так сказать, вам сейчас эту голову свернут, если вы с ними перестанете немедленно взаимодействовать. Валить все на меня, у вас нет никакой ответственности. Да? Валить все на меня. Понятно, что это на самом деле давало им просто возможность защиты от их контрагентов, которые находились за пределами моих полномочий. А дальше выстраивалась система, которая двух подписей, трех подписей, когда система требовала, чтобы принять то или иное решение, независимые проверки с разных сторон. Ну, это выстраивается сложная управленческая модель, где вы просто не имеете возможности вот этого вот коррупционного механизма задействовать его. И важнейшим элементом вот этого вот антикоррупционного механизма является постоянная ротация. Вот, например, управленец определенного уровня, даже не очень высокого, не имеет права не уйти в отпуск. И не имеет права назначить своего зама по своему усмотрению на свое место во время отпуска. Потому что за тот месяц, что он в отпуске, его дела должны пройти вот такой вот аудит. Он не может сидеть на своем месте больше, чем 5 лет. Через 5 лет он должен передвинуться, пускай на соседнее кресло, но передвинуться. А пришедший на его место человек должен провести де-факто ревизию его работы. Если там будет что-то найдено, этот человек пойдет под суд. Таких механизмов на самом деле закладывается очень много. Но именно механизмы, а не вера в идеального человека. То есть я правильно понимаю, что логика, что мы погоним абсолютно всех старых коррупционеров, бюрократов и заменим их на новых честных, она абсолютно... Погнать их можно, но новых честных взять неоткуда. То есть это будут тоже, в общем, люди абсолютно такие же. Кроме этого, в новой России, назовем ее условно новой России, надо будет решать проблему, которая исторически, она висит таким дамокловым мечом. Но к ней сейчас добавилась и другая. Первая проблема – это наследие приватизации 90-х. Вы же понимаете, всех, кто в этом участвовал, большинство россиян
если верить более-менее адекватным социологическим опросам, я понимаю, что это оксюморон в нынешней России, но ссылаемся на Левада-центр, более ранние опросы. Большинство россиян ненавидят бенефициаров приватизации 90-х годов. Кроме этого, есть как бы клан Путина, который владеет всем, чем только можно владеть в России. Вот в этой новой России каким образом будет строиться социальная справедливость для людей? Потому что любой среднестатистический человек ведь как думает? А воровали все, эти тоже будут воровать. Чем они будут лучше? Как вы сможете гарантировать людям, что дальше будет иначе, или как минимум, вернее, как максимум, будет возможность исправить ошибки прошлого? Ну, давайте мы вернемся к изначальной позиции сначала, что если люди верят свою жизнь и судьбу мне и скажут «приди и правь нами», ну, хорошо, ребят, тогда я вас ограблю. И это самое меньшее, что я вам сделаю за вот эту вот глупость. Это честно. Это, кстати, такой лозунг предвыборный. Да. Голосуйте за меня, я вас ограблю. Самый честный политик Михаил Ходорковский. Мало того, так сказать, это будет самое меньшее, что я вам сделаю. Потому что самое большее, что я вам сделаю, я вас втравлю в новую войну. Потому что, ну а как же без внешнего врага? Вы же меня, так сказать, пожалуй, терпеть не будете. А вот когда внешний враг, тогда и грабить вас удобнее. Да? Вы же, так сказать, там где-то воюете с кем-то, каких-то там украинцев убиваете. А я здесь пока вас грабить буду. Нет, ребята, если вы хотите жить нормально, благополучно, чтобы вас не грабили, вы не должны никому вверять свою жизнь. У вас должны быть политические представители, но они должны представлять ваши интересы, а вы их должны каждодневно контролировать. Да, вам придется тратить один день в неделю, но вот как вот вы тратите день в неделю на отдых, да? Вот еще день в неделю вам придется тратить на то, чтобы контролировать, чтобы вас не грабили. Вот это ваша непосредственная работа. А они скажут, а нас уже ограбили. Нас ограбили в 90-е, нас ограбили в 2000-е, 2010-е. Будем с этими грабителями делать? Вот история очень как раз хорошая. Здесь господин Путин нам очень помог. Потому что он де-факто приватизировал в пользу своего окружения все то, что было приватизировано до того. И на сегодняшний легче будет отнимать. Да, и на сегодняшний день процесс депутинизации приведет к неизбежности повторной национализации, может быть, впоследствии иной приватизации всего того, что было вот, сконцентрировано в руках этой преступной путинской власти. Так что этот как раз вопрос, он, в общем, Путин его решил. Ну а как восстанавливать социальную справедливость в новой России? Знаете, на эту тему существует несколько очень важных идей, которые я бы, например, рекомендовал бы вот такому госсовету принять. И, конечно, если у меня такая возможность будет, я, естественно, предложу эти идеи. Одна из них связана с тем, что то, что мы называем природная рента, она в целом балансируется с расходами на пенсионное обеспечение и на здравоохранение. И я бы на самом деле сделал бы не совсем так, как сделано в Норвегии, потому что там страна богатая, можно накапливать это в фонд будущих поколений. А Россия пока страна не такая богатая, поэтому можно было бы, минуя все бюрократические структуры, напрямую вот эту вот природную ренту направлять на личные счета граждан, потому что это единственное, что каждому гражданину в равных долях принадлежит. То есть отнять у Ковальчуков, Ротенбергов, Тимчуков и так далее по списку все и разделить между гражданами? Я в данном случае говорю про природную ренту. То, что же говорится о собственности, то мы сейчас с вами говорим, по сути дела, о повторной приватизации. Так вот, эта повторная приватизация, на мой взгляд, должна не повторить ошибки той приватизации. А для этого нужны фонды непосредственно под управлением управляющих компаний, назначенных парламентом или госсоветом, и которые должны собрать эти акции и постепенно
в течение длительного срока их постепенно приватизировать через биржевые механизмы, а бенефициарами вот этих фондов должны быть, опять же, все граждане России. Это вполне себе реалистичная и легко решаемая на сегодняшний день задача. И вы думаете, это можно провести иначе, чем это было в 90-м году, когда, кстати, в интервью Дудю в 2017-м вы назвали приватизацию 90-х непреднамеренным мошенничеством, объяснив это тем, что не все граждане Республики не все граждане России были одинаково проинформированы о том, что это, как это делается. Да, то есть получается, что молодые, активные, с деньгами, они были в более... У них было конкурентное преимущество. Совершенно точно. Вот в этой новой России возможно будет провести приватизацию так, чтобы у всех были равные... Поэтому я и говорю, что нет смысла и нет возможности вот это вот проводить приватизацию за деньги. Я считаю, что вот эти вот акции, они вполне себе могут быть сложены в национальные фонды. Национальные фонды должны управляться нормальными управляющими компаниями, а бенефициарами этих фондов должны являться все граждане России. Да, эти фонды могут приватизировать находящиеся у них акции, ну то есть попросту продавать их, но продавать их тогда, когда эти акции будут иметь надлежащую биржевую цену. Это в сегодняшней модели существования российской экономики и мировой экономики. Это вполне себе реальная задача. То есть это не начало 90-х, это, в общем, сегодня понятно, как это делать. Есть инфраструктура, если не непосредственно в России, то эта конкурентная инфраструктура есть за ее пределами. И если мы начинаем свою жизнь в новой России с того, что мы восстанавливаем взаимоотношения с международным сообществом, то эта задача решается абсолютно прозрачно, абсолютно по международным стандартам, под международным контролем. И если что-то будет там кем-то наворопячено, то с этими деньгами в сегодняшней экономике далеко не уйдешь. А, кстати, на ваш взгляд, что должно быть сделано с деньгами Центробанка, которые попали под арест? Российского Центробанка. Глубокому для нас, россиян, к сожалению, Путин нанес такой ущерб Украине, что я боюсь, что этих денег на его возмещение даже не хватит. Я просто, когда ты приходишь к соседу и разносишь его жилье, будь готов, что за это придется заплатить. За это придется, конечно, заплатить. Я бы, наверное, даже более грубую параллель провела, когда... Есть два друга, один к другому пришел, изнасиловал его жену. И вопрос после этого, вообще возможно, чтобы они когда-нибудь сидели снова за одним праздничным столом? Ну, может быть, не они, а там их дети или внуки смогут когда-то сидеть за одним столом? Или это уже непоправимая ошибка, которая никогда не залечит никакая история? Сегодня живущие думают, что это не залечится никогда. Но, как мы знаем, опыт... Человечество, он есть, к сожалению, в этом отношении огромный. Мы знаем, что в течение приблизительно 40 лет, если есть над к тому желание обоих сторон, и если виновная сторона реально раскаялась, то приблизительно в течение 40 лет отношения восстанавливаются. Не полностью. Не 100%, но восстанавливается. Вообще, конечно, глубочайшая вот вина Путина перед народом России, народом Украины, не только в убийствах десятков тысяч людей, но и в том, что буквально родственные связи разрушены. Когда я лично говорю, что Украина братская страна, я это говорю не в... В каком-то империалистическом смысле. Вы в детстве ездили в Харьков каждое лето. Да. Я там просто родственники у меня живут. Это в прямом смысле. Там живут родственники. Вся моя семья родом с Украины. Да, мои родители родились уже в России, но дедушки и бабушки все с Украины. Не могу по-другому воспринимать эту страну. Грубо говоря, бомбят и ваш город тоже. Конечно, когда бомбят Харьков, это бомбят
город моих дедушки и бабушки по материнской линии. А когда бомбят Житомир, это бомбят город моего дедушки по папиной линии. Ну, как я иначе могу это воспринимать? А, кстати, что вы говорите своим детям о том, что происходит сейчас? Ну, к счастью, мне им много говорить не приходится. Они уже взрослые и, в общем, все прекрасно понимают. И для них это все точно так же, как и для меня. Сын вот здесь взял, поехал в лагерь беженцев на границе Польши-Украины, работал там волонтером. Я считаю, что это правильный поступок. Это надо просто понять и почувствовать. И в этом смысле мою семью это не разделило, а объединило отношение вот к происходящему. Вы думаете, за эти 3 месяца, сколько идет война на момент записи нашего интервью, Путин хоть раз утром, вставая перед зеркалом, или вечером, перед сном, самому себе, наедине с собой, признался в том, что он ошибся? Ну, я убежден, что он признался в том, что он ошибся не один раз, потому что, так сказать, то, что он планировал захватить Украину за 3 дня, и то, во что американцы, к слову, верили, что он захватит Украину за 3 дня, этого не произошло, это тяжелая настоящая война. И у меня была надежда, вот понимаете, вот я, наверное, так сказать, такой очень оптимистичный человек, у меня была надежда перед 12 апреля, перед Днем космонавтики, когда я знал, что Путин должен будет выступать, я думал, что он скажет, что мы отводим войска, потому что к этому моменту уже было понятно, что для того, чтобы решить те задачи, которые он перед собой ставил, придется бомбить города, придется убивать десятки тысяч людей. И мне казалось, что вот он скажет, ну, я на это пойти не могу. Я понимаю, какие у меня будут политические издержки, но я на это пойти не могу. И когда он вместо этого вышел и сказал, все, что мы решили, мы все это сделаем, я сказал, ну все, конченый человек. А если бы он 12 числа, 12 апреля сказал то, о чем вы сейчас сказали, вы готовы бы были его простить? Простить нет. За то, что он сделал для России, а прощать за то, что он сделал для Украины, это дело украинцев. Но то, что любой человек в любой момент может раскаяться, искренне раскаяться, и что это раскаяние надо принять, не простить, но принять это раскаяние. Это мое глубокое убеждение. Не могу вас не спросить, как бывшего бизнесмена, о санкциях в отношении к частным лицам, гражданам Российской Федерации. Сразу же оговорюсь, ни в коем случае не говорю сейчас об этом, о ближайшем окружении Путина, которое известно как его кошельки и так далее. Вы знаете, что есть дискуссия на эту тему. Не могу вас, как в прошлом бизнесмена, спросить о том, не вот Запад, вводя эти санкции, таким образом, как они вводят, не разрушает каким, вот в некотором смысле те институты, на котором он зиждился многие-многие десятилетия, может быть, и столетия. Институт частной собственности, презумпция невиновности. Ведь многие об этом говорят. Недавно Тиньков рассказывал о том, как он попал под санкции. Хотя, не знаю, можно ли обвинять его в том, что он как-то способствовал этой войне. Ну, смотрите, существует баланс общественного и частного интереса. В момент, когда начинается война, когда начинают гибнуть тысячи, десятки тысяч людей, этот баланс серьезно смещается. С этой точки зрения аресты имущества тех людей, которые занимают такую позицию, зависимую от лидеров государства-агрессора, это, в общем, достаточно честный баланс частного и общественного интереса. Ну, ты пострадаешь сейчас, да, но это позволит, возможно, спасти тысячи жизней.
А вы считаете, им надо давать шанс доказывать, что они не причастны, или что эти деньги не идут на финансирование производства военной техники, или для меня, предоставить им возможность называть войну войной и военным преступлением? Для меня позиция здесь очень простая, я ее не один раз высказывал. Если человек заявляет о том, что он порывает с этим режимом, то в этом случае с ним можно начинать разговаривать как с нормальным человеком. А если человек отказывается порывать с режимом по любым причинам, то его надо рассматривать как потенциальную угрозу. Другое дело, и вот здесь важный нюанс, точнее их даже два важных нюанса. Первый нюанс – это блокировка, но это не конфискация. Вот внесудебная конфискация – это вещь, где общественный интерес, на мой взгляд, не может давлеть над интересом частным. Конфискация может быть только судебной. И людям надо предоставить возможность защищаться. И я очень рад, что, во всяком случае, те разговоры, которые у меня были с западными политиками, они приводят к пониманию, что они это понимают. Что одно дело блокировка на время войны, и совершенно другое дело конфискация. Вот конфискация должна быть судебной. Второй нюанс, это тоже он очень важный. Это вопрос о санкциях по признаку гражданства. Вот это очень спорная инициатива, и я вижу, что Великобритания эту инициативу, например, не поддержала, потому что это очень близко к расизму. Вот прямо очень близко к расизму. Если люди, а таких людей много, находясь за границей или находясь в России, ну, в России это реже, но в основном находясь за границей, заявляют публично о том, что они порывают с режимом, преследовать их по признаку российского гражданства, ну, это за пределами немножко нормальной ситуации. Я очень надеюсь, что Европейская комиссия этот подход пересмотрит, и, во всяком случае, я прилагаю к этому все усилия. То есть вы против коллективной ответственности всех русских за то, что делает Путин? Ответственность одно. Ответственность – это одно. Но ответственность бывает моральная, да, и ответственность бывает так дискриминационная. Вот я против дискриминации по признаку гражданства. Если есть основания полагать, что ты являешься потенциальным агентом режима, ну, то есть ты, например, боишься назвать войну войной, ты боишься заявить, что это военное преступление, ты боишься порвать с режимом. Да, тогда ты представляешь опасность, да, тогда дискриминационная мера против тебя – это самооборона на время военных действий. Но если ты порываешь с режимом публично, дискриминация тебя по признаку гражданства – это штука очень и очень спорная. И мне, я очень надеюсь, и я прилагаю все усилия для того, чтобы такая позиция была пересмотрена. Не могу вас не спросить. Я знаю, что вы уже неоднократно заявляли о том, что вас не интересует процесс возмещения денег бывшим акционерам ЮКОСа. Дело у вас сейчас идет в голландском суде. Решается судьба 60 миллиардов, которые бывшие акционеры должны получить от Российской Федерации. В случае, если бы вы были президентом Российской Федерации, вы бы отдали бывшим акционерам эти 60 миллиардов? Я еще раз вам говорю. Если бы... Даже если бы не было среди акционеров вас, и вас не интересует, именно как президент. А я не про это, я еще раз вам говорю. Если бы меня назначили президентом России и, так сказать, сказали бы «владей нами», хорошо. Премьер-министр Михаил Ходорковский, который не имеет отношения к акционерам ЮКОСа, столкнувшись с тем, что дело в Голландии выиграно, дает... Я извиняюсь, тогда решает Госсовет. Хорошо. Надо выдавать? Вот если мы говорим про то, что надо или не надо, я могу с уверенностью сказать, что вопрос защиты частной собственности, я об этом говорил раньше, является вопросом предельно важным. Да, можно отстаивать позицию о том,
где здесь баланс между общественным и личным интересом, но это вопрос судебных инстанций, это вопрос переговоров. Но нельзя позволить себе сказать, что мы отняли, неважно, Путин у акционеров ЮКОСа или Джонсон, например, у Фридмана с Авином, да? Нельзя сказать, что мы вот отняли, и вне зависимости от судебного решения мы все равно не отдадим. Это подрыв гораздо большего, чем стоят эти деньги. Это подрыв доверия. А доверие стоит в деньгах, стоит намного дороже. Поэтому я считаю, что в любом случае этот вопрос, вопрос об ответственности перед акционерами ЮКОСа, должен быть дорассмотрен судом до конца. И то решение, которое будет принято, любая российская власть будет должна очень серьезно рассматривать. Мы уже подходим к концу интервью, но не могу не спросить вас о том, что в последнее время стали высказываться мнения со стороны Запада, отдельное мнение со стороны Запада о том, что Украина должна так или иначе подумать о том, что для совершения вот всего того, что происходит, для завершения войны, и стоит учитывать в том числе и интересы России. Это и Киссинджер, это и Берлускони, это и колонка авторская «Нью-Йорк Таймс». Что это такое? Вы для себя как отвечаете на этот вопрос? Слушайте, вот этих понимателей Путина, их всегда было достаточное количество. Мы уже об этом с вами говорили в начале интервью, что часть из них коррумпированы, часть из них рассчитывают извлечь доходы из торговых отношений с Россией, а часть просто понимает, что для того, чтобы Украина отстояла свой суверенитет и территориальную целостность, нужно платить деньги, много денег, а избирателям это не нравится, потому что избирателям хочется, чтобы эти деньги тратились на что-то еще. Но здесь есть предельно важный нюанс. И господин Киссинджер, и господин Берлускони, и все прочие, они почему-то в голове совместили Путина с Брежневым и думают, что с Путиным вот можно договориться как с Брежневым. Брежнев, чтобы про него не говорили, и Политбюро тех времен, оно международные договора всегда выполняло. Вот так ведь другое дело, какие это были договора, ну уж подписывая договора, они их всегда исполняли. Поэтому у них был кредит доверия. Путин раз за разом нарушает соглашение, просто раз за разом обманывает. И когда эти люди говорят, ну давайте договоримся с Путиным еще раз, и он уж теперь-то выполнит это соглашение, они должны понимать, что они являются стороной обмана. Мы должны понимать, что до тех пор, пока Путин и его режим у власти, никаких договоров, вот реальных договоров, исполняемых не будет, будет режим противостояния. Если в рамках этого режима противостояния Украине выгоднее прекратить огонь, чем продолжать, ну, значит, надо, так сказать, добиться того силовым путем, чтобы Путин согласился прекратить огонь. Но говорить о том, что это договор какой-то, нет, Путин в любой момент его нарушит. В любой момент, который для него будет выгоден и удобен. Мы сегодня много говорили о Путине, я вас не спросила о Зеленском, кроме как в связи с Абрамовичем. С начала войны ваше мнение о Зеленском изменилось? Ну, до войны у меня о нем не было, в общем, никакого мнения, потому что я не настолько внимательно слежу за украинской политикой. Но, конечно, когда война началась, я не хочу обсуждать, многие обсуждают причины, по которым он сделал то, что он сделал, занял ту позицию, которую он занял. Но то, что он стал героем, это для меня несомненно. Причем не только для Украины. Да, он стал героем. И Украине очень повезло, что вот этот вот критический для Украины момент на месте главы страны
оказался человек, который вот этой вот роли очень соответствует. Вот он делает, в принципе, то, что нужно делать. И он делает это профессионально. Может быть, если бы на его месте был бы какой-нибудь другой человек, я не говорю про личность, я говорю про типаж, например, Порошенко, да? Это, может быть, он бы и хотел бы делать так же, но ему тяжелее, потому что он человек как бы другого эмоционально-профессионального склада. Поэтому то, что делает Зеленский сейчас, это хорошо и правильно, он справляется с той задачей, которая перед ним стоит, но это не значит, что кто-то должен снимать с него пристального взгляда, потому что любой глава страны, любой воюющий глава страны – это потенциальная опасность для будущего демократии. Но, в принципе, это не мое дело, это уже дело самих украинцев. Украинцы сами разберутся. Да, они сами разберутся. Что важнее, справедливость или милосердие? Ну, конечно, милосердие. Конечно, милосердие. Все заслуживают милосердия? Все. Путин заслуживает милосердия? Милосердие, несомненно. Милосердие, несомненно. Милосердие не означает безответственность. Все заслуживают милосердия, в том числе Путин. Представьте себе ситуацию. Мы сегодня много раз представляли разные ситуации. Много было споров о том, как бы изменился ход мировой истории, если бы попытка убийства Гитлера обвенчалась успехом. Простите меня за некорректный вопрос. Вы можете на него не отвечать. Если бы у вас была возможность, находясь в одном помещении с Путиным, положить конец всему, что происходит, просто выпустив в него пулю, вы решились бы на это? Я действительно не буду отвечать на этот вопрос.